Так, ну вот это вот универсальный спортивный зал, который, очевидно, будет, ну, по крайней мере, через год. Это все будет панорамное остекление, вся стена это будет панорамное остекление. Сверху будут панели, мониторинги вот эти для освещения мероприятий, табло, все это здесь находится будет. Параллельно с тем, то есть трансляция онлайн, это будет все и в фойе, и в том игровом зале. Ну, при возможности можно и отдельно, смотря какое мероприятие проходит, если оно общего формата, то и там транслируется. А вот сами конференции сделать находится? У нас есть конференц-залы, очень много. Это у нас есть в основном в номерном фонде. И здесь же конференции на 600 человек, пожалуйста, конференц-залы. Да, вот стройка идет. Такая же идея была, которая была воплощена в реальности. Игровой зал универсальный, при необходимости был быстро перестраиваться в конференц-зал. То есть те же стойки, баскетбольные ворота складываемые, все убирается, стелится специальное покрытие. Ну, как вы уже поняли, я вам сказала еще раз, повторяюсь, что 60% мы планируем проводить здесь конгрессные мероприятия, поэтому для проведения именно такого формата мероприятий все будет необходимо для оснащения, что с технической точки зрения, что уже... Если вам необходимо, я могу вам контакт дать, вот, с кем я работаю. Хорошо, партнер у вас есть свои, да? Да, и даже можно будет съездить на объект mail.ru. Очень здорово сделанное место. Ну, я так понимаю, что конгресс не отменяет то, что люди, приехавшие на конгресс, могут заниматься спортом. Конечно. И конечно. Для того, чтобы вечером... Для этого, в общем-то, все и... ведется к этому, мы с вами сегодня здесь находимся. Ориентировочно все-таки, когда можно будет хоть зайти в зал и пробежаться? Ну, вы знаете, как сказать, я понимаю. Основной, как говорится, акцент сейчас делается на доставку стройматериала. Самая проблема в этом. А так, первый этап сдачи в эксплуатацию вот именно строительных объектов – это июнь 2015 года. То есть в следующем году мы планируем уже принимать здесь мероприятия. Да.